катались на коньках и пили горячий чай на свежем воздухе. Участники Одинцовского клуба «Активное долголетие» посетили новый каток в парке Захарова. 11 октября прошлого года с визитом на территории поселка «Летний отдых» был Андрей Робертович Иванов. Жители обратились к нему с большой просьбой сделать каток, потому что на месте бывшего катка в поселке сделано новое футбольное поле. Глава муниципалитета вместе с местными жителями выбрал место в парке, где расположится будущая ледовая площадка. И уже 14 января каток открыли для свободного посещения. Сегодня здесь уже опробуют катание на коньках представители активного долголетия Одинцовского района. Здесь же катаются дети с родителями. И здесь можно проводить товарищеские матчи по хоккею. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».